Всем привет, с вами Ростик Санищий. Мешаки богачи на месте. Сегодня расскажу, как я купил первую акцию. Это было давно. Это было сейчас какой год? 2009 год получается. Мне было 6 лет. Сейчас расскажу, как это все получилось. Я был на отдыхе на Черном море. В общем-то, отдыхал себе. Все было хорошо. Любил смотреть фильмы, мультики. Для этого нужен был ноутбук. Соответственно, да? На ноутбуке нужно было это все включать и смотреть. Было отлично. Но был один моментик. У меня был двоюродный дедушка, у него был ноутбук. Он работал. Так, пока я поправляю наушники и ем черешню, поставьте лайки. Напишите комменты. Так вот, мне нужно было посмотреть фильмы, там все такое. А мой двоюродный дед постоянно торговал на фондовой бирже. Потом слушал какие-то там новости, вот такую вот тему всю. А как мне смотреть мультики, фильмы? Никак. Соответственно, я довольно часто подходил уточнить вот этот моментик. И как бы мне говорили, нет, сейчас я занят, и я просто иногда мог по 5 минут сзади смотреть, что там происходит. Там были какие-то новости, вот что-то такое, короче. Теперь идем дальше. Ну, естественно, я вот так смотрел издалека. Иногда что-то спрашивал, иногда получал какие-то ответы, не совсем мне понятные. Ну и, как вы знаете, новичкам в целом везет, но это... Ну, все не так было в моем случае. И получается, у меня дядя Саша спрашивает, что-то ты... Какую акцию купить? Выбери, Ростик, выбери. Я такой, ну, в общем-то, выбрать-то всегда было бы неплохо. Было интересно, при том, что... Там сначала попадались акции, которые, ну, типа, максимально надежные. Вот в самом начале. А я выбирал, как грамотный инвестор, по логотипу, картинке. Красивый. И я листаю. То есть я уже, знаете, настолько листаю, что там уже акции какого-то второго, третьего эшелона. Прям я листаю. И уже он... То есть я такой листаю. И нахожу там акцию, где грузовик нарисован. У меня был тогда большой грузовик, но я и выбрал акции с грузовиком. Это была компания по мусороперевозкам. Ну, такая не сильно крутая. То есть ее покупает двоюродный дед. И я такой, ладно, я пошел играть в игрушки. Всем пока. Спасибо всем. Я ушел. Прихожу. На следующий день там что-то спрашиваю. На меня как-то смотрят, ну знаете, как бы злобно, но при этом весело злобно. То есть как бы, ну я не совсем это понимаю. Ну как бы это, ну вы поняли, да? Типа как по приколу. Как будто я где-то провинился. Я узнаю. Что же пошло не так? Мне, в общем-то, дядя Саша говорит, ну, они упали. Притом они довольно сильно упали. Притом практически сразу, как только мы купили, я такой... С кем не бывает. Я немножко расстроился, честно говоря. Мы родственники это видели, сказали, куда меня втягивают, зачем меня обвиняют, что... что он придумал и так далее. Ну, а дальше нам падает. Я такой как-то, жалко, конечно, что я так подумал. А потом проходит несколько дней, ну, сколько-то, да? Там, не больше 5. И они очень жестко растут, потому что они получают контракт с перевозками мусора в Москве. Москва как бы большая, они растут. Прибыли акции растут. И мой двоюродный дед такой, ну да, настроение веселое. А значит, у меня еще день рождения в сентябре, то есть у меня там день рождения через пару дней, и он говорит, в подарок тебе, Ростик, за такую хорошую инвестицию оплачивается ресторан. Я такой, вырасту, буду торговать акциями и зарабатывать на этом деньги. Идеально, сидишь где-то из дома, торгуешь, подумал я. И в общем-то так и получилось, так я и познакомился вообще с акциями.
Потом уже начал, то есть я, у меня была такая установка, как будто вот когда-нибудь потом я их буду покупать, когда вырасту. Напишите, как вы, когда вы первый раз купили криптовалюту, акции, как вы с этим столкнулись, мне будет интересно почитать.